Всем доброго времени суток, с вами канал Art Money. Сегодня у нас видеообзор вот такой вот плитки шоколада Alpengold Bitter, горький шоколад 70%, вот 148 килокалорий. Такой он очень, смотрите, красивый, красный цвет немножечко есть, черный такой, знаете, похож на какой-то даже, что не Alpengold, а какой-то совершенно другую шоколадку, очень-очень-очень дорогую. Я когда ее в магазине увидела, мне сначала не заметила, что это Alpengold. Я думала, это какая-то новая появилась, другая. Вот так, здесь 85 грамм всего лишь. То есть даже не 100 грамм, как мы привыкли, а уже меньше. Так, состав. Состав здесь небольшой, в конце ролика будет фотография. И давайте его откроем, попробуем. Кстати, вот эти вот большие, буквами большими слова английские, они очень привлекают. Тоже черный фон на золотом, это очень красиво. Вот так же, как у нас была и предыдущая. Это конфетка моды Милан, тоже на черном, золотым цветом. Очень красиво смотрится, смотрите, где-то рядышком там будет на нее видеообзор. Надеюсь, они местами не перепутаются. Вот давайте ее откроем. Здесь, видите, сейчас стало делаться по-другому, то, что вы можете открыть шоколадку, поесть и обратно ее закрыть. Это очень удобно, чем как раньше, вспомните, мы ее там заворачивали, может, кто-то перекладывал даже куда-то. Вот так она выглядит. Красиво как. Да, вот он тоже. Alpengold. У них всегда тут улыбка, тут солнышко. Тут написано Alpengold. То есть, в принципе, ничего особенного, как обычно. Вот, шоколад темный. Довольно темный. Такой. Ощущение, как будто он пыльный. Ну нет, просто на самом деле он у меня какое-то время немножечко лежал, ждал в своей очереди. Там открывается. А тут прям матовый, прям чистый такой. Давайте попробуем. Шоколад действительно горький, жесткий, похож на Щедрую Россию, там тоже такие жесткие шоколадки. Ну, не сильно горький, он такой нормальный, просто горький. Он как бы он и горький, при этом он еще и сладкий, его можно есть, реально есть. Потому что я помню первый раз, когда первый шоколад появился горький, он был реально настолько горький, что его было невозможно было просто есть. Был просто кошмар. Это, ну, там много-много лет назад, более 5 лет назад, то это даже есть приятно, он немножечко с горчинкой, он сладенький, он очень приятный, но вот единственное, он жестковатый. Мне казалось, что здесь, может быть, он будет потоньше, раз вес у него уже поменялся, но нет, он здесь тоже довольно толстенький. Вот он везде одинаковый. А ну вот вам видно, в принципе. Ближе не могу, камера не фокусирует. Но он чисто прям такой, чисто черный шоколад. Горький, то есть без всяких примесей. Нет, без всяких примесей. Такой довольно вкусный, такой обыкновенный. В принципе, Щедрая Россия у них, в принципе, по, наверное, не помню по вкусу, по-моему, такой же. Может быть, даже... Не, Бабаевский, наверное, мне кажется, даже будет получше по вкусу. Здесь тоже, ну, что-то такое, немножечко, ну, чего-то не хватает. Давайте я попробую вторую. Ну да, он такой довольно вкусный, но его много не съешь. Целую шоколадку за вечер не съешь. Он такой, поскольку горький, его хочется одну плиточку скушать. Ну, один такой кусочек скушать, и все.
И когда его начинаешь жевать, уже хочется скорее его проглотить. И все. Второй уже не хочется. То есть это такой чистый шоколад, что просто кусочек съесть и все. Вот. Как раз для сладкоежек, чтобы как-то отучиться от шоколада. Вот. Но все равно вкусно, мне понравилось, необычно. Вот. Альпен Гольд, горький шоколад появился относительно недавно. То есть, если Щедрая Россия уже давно, довольно давно, Бабаевский тоже довольно давно, то Альпен Гольд немножечко отстает, видимо, в этом. Появляется немножечко все попозже, но у них очень-очень-очень-очень много разных вкусов. И они очень вкусные. Мягкие, нежненькие. Вот если другие вкусы. Вот, на сегодня это все. С вами был канал Артмания. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Обязательно пишите комментарии, пробовали ли вы такую шоколадку. Какая шоколадка вам понравилась из горьких больше? Альпен Гольд, Щедрая Россия, Бабаевский, может быть, коммунарка, что ли, какой-то там он сейчас появляется. Он сразу уже на прилавках стал дорогой, даже люди попробовать, по-моему, не успели. Вот, может быть, у вас еще в вашем городе какой-то есть шоколад. Обязательно напишите, мне будет приятно. И также смотрите наши другие ролики, наши обзоры. Обзоры покупок, обзоры техники, влоги, как мы с сыночком живем, моему сыночку 2 года. Вот как мы гуляем. Сейчас вот лето, путешествие, отдых. Вот. И всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.